За 11 месяцев текущего года на территории обслуживания отдела ГИБДД МОМВД Уваровске произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли, 91 получили ранения различной степени тяжести. В 9 ДТП у водителей установлено состояние алкогольного опьянения. 5 декабря текущего года на автодороге Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово в Уваровском районе произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, в результате которых один человек пострадал. При этом у одного из водителей установлено состояние опьянения. За 11 месяцев 2016 года сотрудниками ГИБДД пресечено 6288 нарушений правил дорожного движения, из которых 250 – это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С целью предупреждения ДТП и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические рейдовые мероприятия. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».